Здесь правит король Альфред, а на улицах полно навоза. Мужчина в белом должен быть в доме их бога. Должно быть дом их робкого бога. Они не поскупились. Всегда забирает лучших. При епископе? Элферт не в раю. Он горит в аду вместе с другими еретиками. Тише, а то услышат. Condemnabitur inconvenientes calciamenta sunt mihi. Ponno autem ut deos vulpes. Смерть не щадит и отважны. А епископ Элферт, слуга Божий, с отвагой исполнял его волю. Он знал Писание, был крепок телом и умом, силой подобен быку, а кротостью ягненку. Но Господь призвал его к себе. И Элферт повиновался, оставив бренное тело,
свою сестру. И весь мир скорбит вместе с ней. Дан в Доме Божьем. Надеюсь, ты здесь в поисках искупления? Твой Бог подождет. Я пришел встретиться с тобой. Вот как значит? Придет гордость, придет и посрамление. Но со смиренными мудрость. Ты знаешь, почему я говорю это. Верно. Но я не уверен, что ты в силах выполнить нужную задачу. Как Иисус сказал Фоме, я есть путь и истина и жизнь. Перечисли по порядку дела Христа. Лишь тогда ты приблизишься к Богу. Стоит ли отвергать мольбы немытого язычника, что хочет познать Бога? Прими меня как есть, и я стану служить ему. Как же тяжела ноша учения для столь недостойных. Но я вижу, что одним словом Божьим не спасти твою душу. Идем. С кем я встречусь, священник? Мне надоела тишина. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. Но лишь в речах человек познает человека, а в безмолвии только глупеет. Тихо. Болтовня оскорбляет его. Дошли. Пусть Христос, от которого в страхе бежала нечисть, наделит меня своей силой. Помог ли тебе урок Божий? Все священники Винчестера говорят загадками. Ты рискуешь жизнью, король Альфред. Я пригласил тебя, чтобы поговорить на равных. Или даны не чтут законы гостеприимства в Уэссексе? Ты отдал моего ярла той твари из Ордена Древних, воительнице Фулке. Фулке была врагом Уэссекса. Но, похоже, кто-то уже избавил от нее мои земли. Если не знаешь, это сделал я. Похвально. Уверен, ее смерть — большой удар для Ордена Древних. Что тебе известно об Ордене? Лишь это, не более. В этом письме некий бедный воин Христов говорит о грядущем покушении на мою жизнь. Петля, перо и сакс. Трое, что жаждут твоей смерти. Уже двое. Епископ Эалферт мертв. Я уверен, что сакс именно он. Кроткий слуга вашего бога. Как неловко. Но его смерть сплотила христиан Винчестера. Надеюсь, гибель его соучастников приведет к тому же. Ты не раз видел воинов, подобных мне. И не раз ты проигрывал или тебя обманывали. Почему ты веришь мне? У меня есть люди в Люндоне и Йорвике. Я неплохо осведомлен о ходе этой войны. Недавно в этих городах, при странных обстоятельствах, погибли несколько влиятельных мужчин и женщин. Когда я получил письмо от бедного воина Христова, стало ясно, почему. Я не знаю, чего именно ты добиваешься. И прошу тебя лишь закончить свой труд, избавив мои земли от этих нечестивцев. Проще дать ордену убить тебя. Так мы быстрее захватим Англию. Смерть правителя не избавит земли от заразы. Обещай мне награду, достойную песен. Вес короля, серебро. Хорошо. Столько, сколько унесешь. Утром мой риф Гудвин не пришел на свой пост.
Он надежен? Гудвин шел по зацепкам, найденным в этом письме, и бесследно исчез. Где его видели? В его доме, у западных ворот. Начни поиски там. Эйвор, веди себя, как подобает гостю. Мой город не поле боя. Пока нет, король, но ненадолго. Нужно найти Риву Гудвина. Иди-ка сюда, поболтаем. Ничего тебе не скажу. Я преданней гончий. Винчестер оплакивает епископа. Он был сильным человеком. Да обретет он покой подле Бога. Гудвин пропал, и стражи здесь что-то ищут. Где же его могут держать? Какие-то записи бросили в огонь. Гудвин заметал следы? Или это дело рук стражи? Миски с едой разбиты. Он сопротивлялся. Думаю, в городе должна быть крепость. Следы борьбы со стражей. Думаю, Гудвина держат в крепости Винчестера.
Нужно быть осторожнее. Лети, Сюнин. Покажи мне все. Крепкие стены и много стражи. Здесь наверняка ценный узник. Записи об Ордене Древних. Их украли у Гудвина? Смертный приговор от Рива Селвина за мелкую кражу и хайни. Мужу и жене их скоро казнят.
Капитан в Винчестере? Интересное зрелище. Меня послал король Альфред, преклонив колено в мольбе. Я неплохо знаю Альфреда, и это чистая ложь. Он не стал бы умолять о помощи, что бы ни стряслось. Тут ты прав. Но он поручил мне разыскать тебя, Гудвин. Зачем? Скорее всего, чтобы мы могли найти еретиков из Ордена Древних и отправить их в глубины преисподней. Тогда с чего мы начнем? С моих записей. Если их еще не сожгли, искать стоит где-то неподалеку. Я забрал твои записи у капитана крепости. Восхитительно. Потомки назовут тебя щитом Винчестера. Насмешка судьбы. И очень злая. Идем, пока они не поняли, что рыбка сорвалась с крючка. Соберемся за стенами! Господь нам поможет. Спасибо тебе за помощь. Схватить любимого Рива Альфреда – дерзкий ход. Так называемый Орден на деле кучка наглых бездарей. Бездарей, которые проникли во все уголки ваших земель? Они опасны. Ты не представился, верно? Эйвор из клана Ворона. Бич Мерси, если имя тебе не знакомо. Ну, Эйвор, когда троих еретиков останется лишь пепел... Поднимем чаши, как старые друзья, единые в ненависти к Мерсии. От двоих Альфред уверен, что один мертв. Ваш епископ Эалферд был саксом. Дьявол. По этому распутному козлу скорбит полгорода. Кто?
Что может быть пером? Его оружие — слово? Говорят, по Винчестеру развешаны некие воззвания. Может, они прольют на это свет? Петля, что ты о нем знаешь? Уверен, это один из ривов. Лишь мы можем судить и назначать кару. И он явно убежден в своей праведности. Тебя приказал схватить Петля, ему подвластна стража. Рив Селвин? Ну, конечно. Он прибрал к рукам закон в Винчестере. И казнит грешников на площади за малейшие проступки. Может, это не он? Нет, я уверен. Больше просто некому. Покончи с ним, Эйвор. Люди Винчестера, раскройте глаза и увидите, как идеалы Альфреда гибнут в грязи человеческих пороков. Эти узники не чтят законы короля, считают себя выше их. Эти грешники способны лишь потакать своим слабостям. Хьюберт позволил Элю затуманить ему разум и оклеветал епископа Элферта, слугу Божьего, который недавно упокоился с миром. Элферт был грешником. Пусть горит в аду! Хьюберт, твоя жена сварливая ведьма. И могу спорить, каждый тут отведал ее прогорклого меда. Когда это прекратится, Селвин? Ты осудишь и казнишь весь Винчестер? Приговор вынесен, Хьюберт. Да пощадит Господь твою черную душу. Жалкий преступник. Кто посмеет казнить палача Альфреда? Ты вершил правосудие не во имя Альфреда. Ты палач в Ордене Древних. Твой взор все еще затуманен. Ты не видишь истины. Законы Альфреда — мечта рабов. Он допускает к своему столу попрошаек.
и слабые пожирают сильных. Кто вправе решать судьбу отребья, если не сильные и достойные? Защищать свой народ надлежит рукой в железной перчатке. Ты караешь простой народ, а не тех, кто это заслужил. Орден приговорил к мучениям каждого, ибо все мы — лишь бледная тень желанного совершенства. Совершенство древних. Ты сам лишь человек, Рик. Ветвь усыхающего древа. Спросить у Гудвина, что он узнал о Пере. Радость — лучшее лекарство, а отчаяние иссушает тело. Магистр Бата не читает вам Писание? Магистр Бата скучный, как старый осел. Вот и топор, которым я прихлопнул муху. Смотрю, ты вылез из своей берлоги. А ты перевернул мой город вверх дном. Я думал, ваши боги подскажут тебе способ поизящней. Это не по ним. Если петля действительно мертв, почему бы не отпраздновать это? Я сделал то, о чем ты просил, Альфред. Если корона тебе в тягость, можешь отдать ее мне. Прости мою резкость. Бог не обделил меня рвением, и порой я неверно подбираю слова. Эйвор, мы действуем во благо людей, верно? Твоих и наших. Итак, Перо, что нам известно? Школы Уэссекса медленно приходят в упадок. Мудрецов у нас в достатке, но они не делятся своими знаниями. Чем и пользуется Перо? Некто не одобряет твои новшества, Альфред, и призывает к борьбе детей.
Теперь мы знаем, почему столько детей на улицах, а не на уроках. Думаю, я могу с ними поговорить. Хорошо. Ищи меня в таверне. И попытайся не запугать их до смерти. Саксонки стращают нами своих детей. Ничего не обещаю. А, это ты? Подойди. Плохой Риф, Селвин. Я видела, как ты его наказал. Он был очень плохой. Да. Убил мою маму и забрал ее амулет. Он тебе и не попадался? Резное деревце. Чтобы я могла ее вспоминать. Печальная история. Держи. Надеюсь, ты сможешь найти новый дом. Это мне? Спасибо! Ну что, мышка, приведешь меня к Перу? С дымом душа Элферта поднимется в небеса. Да ты поэт, но его останки похоронят. А, добрая душа. Эй, послушай, воришка. Отцепись от меня! Я есть хочу! Боже, да вы же сожжете весь город! Толстячок, толстячок, не поймаешь меня! Боже, лучше бы я и дальше убирал навоз в Малверне. Сюнин, укажи путь. Опять ты? Своих дел нет, что ли? Эльфвин, да? Ты укрощаешь огонь не хуже Сурта. Сено само загорелось. Еще бы, в такой-то жарищу. Ну? Эй! Вильберт! Балбес, пошли! Дай сюда, Эльвин. Мы видели, что стащил сопляк. На что ты пялишься? Уходите, живо. Или я распорю вам обоим брюхо. Ладно, ладно. Что ты так? Не шалите, ребятишки. Ха! Вот так-то! Вижу, где ты, там и беда. Но поймать меня не проще, чем скользкого угря. Чего ты за мной ходишь? И ради чего ты рисковала его головой? Лучше не суй свой клюв в чужие дела. Чужие — это чьи? Пера? Что? Мы служим Перу? Ничего ты не знаешь. Вот оно как. Это были люди Пера. И они бежали от тебя, поджав хвосты. Выходит, я спас тебе жизнь. Он сильный и храбрый. Глядишь, поможет нам. Так вы не служите Перу? Мы крадем, чтобы выжить и не попасться в Перу. Но ты знаешь, где его искать. Точно где-то в канализации. Ну, дай ему то, что взял. Может, он нас спасет? Удачи тебе и постарайся уцелеть.
Стань моими глазами, Сюня. Как бы не попасть мышкам в лапки. Но магистр Банда заберет меня отсюда. Все умерли и оставили меня одну. Нынче ни куска не достал. Еды всегда мало. Умираю с голоду. Брось, Эльфин. Немногие так же умны, как мы с тобой. Большинство ведь считает, что женщины слабый пол. Ты обманываешь невинных. Что тебе знать о силе? Как наивно. Защищайте госпожу! Эл, укрой меня. Использовала детей ради ордена. Я обучала их. К 7 годам я сделаю из ребенка мужчину или женщину. Но к чему грамотность тому, кто может лишь черкать свое имя в навозе, а мудрость той, кто прикована к домашнему очагу?
Я столь многому научила Эльфин, спасла ее от жизни в грязи. Она найдет свой путь в Ордене, как и я. Я спасла бы всех, если бы могла. Но не можешь. Ты навредила многим ради избранных. Только Орден дарует нам надежду. Он утолит нашу жажду знаний. Нужно лишь свергнуть веру Альфреда. Что бы ты принес в жертву ради всех знаний мира? Ценный дар. Чему отказываться? Точно не их невинность. Очень жаль. Не покойся с ним. Гудвин обещал ждать меня в местной таверне. Значит, здесь прячется правосудие? Прячется? Что ты, нет. Это поминки. Праздник в честь того, что Перо уже на пути в преисподнюю. Так ты знаешь? Не только у Хильды в городе есть глаза и уши. Люди шепчутся об Ангеле Мстителе, что карает недостойных. Могло быть и хуже. Твое здоровье, Элдорбана. Уничтожающий жизнь. Сижу я рядом с врагом нашим, сладкого меда полна чаша. И смотрю я на дверь, но знаю теперь, что конец мне не страшен. Ты в безопасности, Дан. Пока. Когда кружка полна, а прохлада приятна, можно найти друга даже среди врагов. Спасибо.
Моему клану пригодился бы такой, как ты. Мудрец, которому еще ведома честь. Хотелось бы мне заниматься лишь законами и судом. И вздохнуть свободно, зная, что битвы подошли к концу. Не выйдет. Мы будем биться даже после смерти. Таков этот мир. Пока мы еще трезвы, хочу сказать спасибо. Если бы не ты, у Англии не было бы надежды на единство. Должно быть неприятно осознавать, что последний враг Винчестера — это ты. Ты уверен, что Сакс мертв? Епископ мертв, это точно. Если он был Саксом, то и Сакс мертв. В этом случае смерть транзитивна, не находишь? Сложно поверить. Слишком все напоказ. В ушах звенит от молитв и плача. Ну, тогда можешь сходить и проститься с ним. Похороны сегодня. Если он мертв, я жду награды. А если нет, продолжу свое дело. Берегись, Эйвор. Даже его труп огромен. При жизни он был великаном. Встретимся на Витоне, когда удостоверишься, что епископ мертв. Нужно выяснить, пошел ли епископ на корм червям. Вемба тебя раньше не видел. Ты не скорбишь, как другие. Вемба всегда здесь. Он помогает спящим, поет им песни, чтобы не страшно было идти к Богу. Спящим? Ты о мертвых? Вемба помогает. Копает. Ты копаешь могилы. Хоронил Эалферта. Ты знаешь, где Леоф? Он мой друг. Бедный. Бедный Леоф. Леоф? А что с ним такое? Спит. Спит, как мой пес, когда я его слишком крепко обнял. На него напали? Да. Да. Украли... его лицо, пока он спал.